И вот все федеральные университеты в этом рейтинге тоже продвинулись, что, в принципе, очень отрадно, поскольку это говорит о том, что принятое решение о создании федеральных университетов все-таки было правильным, поскольку в самом начале в этих рейтингах мы были где-то в конце, там 700 плюс 800, а сегодня мы приблизились вот к нашим коллегам, которые представляют и технические вузы, в частности, Казанский федеральный университет занял вот позиции 441-450, ну, то есть мы достаточно динамично движемся. Это говорит о том, что та стратегия, которая была принята в 2011 году, она достаточно правильной оказалась, хотя в результате создания федерального университета мы же присоединили огромное количество гуманитарных вузов, одновременно отвечаем интересам республики, на территории которой мы расположены, регионы, это прежде всего Приволжский федеральный округ, и мы участвуем вот в проекте глобальной конкуренции.